Конституция это что такое? А, это книга. Ее придумали ученые. И если ее потереть, то будет война. А что написано в этой книге, может, знаешь? Я знаю. Там есть тоже поведения, которые должны быть. На игры, на семью, на еще на правила поведения. Угу. Еще она нас защищает. Ты, наверное, тоже знаешь, что такое Конституция? Да. Наша защита. А ты видела когда-нибудь Конституцию? Нет. Не видела? Нет. Но это защита. А кого она защищает? Это книга, ее написали ученые. Чтоб в мире был порядок. А если бы в мире был такой беспорядок, то слава и надайся. И все люди будут, и было бы неприятно жить до свалки в войну. Угу. То есть все должны соблюдать вот этот закон? Да. Это книга Республики Беларусь. Там записаны законы. А какие, например, законы? Которые нельзя нарушать. Скажи, пожалуйста, что такое Конституция? Конституция – это книга, где хранятся все законы, правила. А какие бывают законы, может быть, знаешь? Нельзя драться, обзываться.